О, со злодеем мы уже играли, по-моему, все партии огребли. Да, давай. Уже три. Хороший ход. Уже так себе. Совсем отвратительно. Не, ну у нас сейчас слон будет под защитой всегда. Что ты делаешь? Коня через Е2 веду. Хороший дебют. Ладья сказочная. Сказал достойный. Ну, конь, смотри, на F4, красавец какой. Нет, ну так и надо играть. В том плане, что мы ничего не зевнули пока. Если начинаешь отдавать материал, то все заканчивается. Это уже отвратительный ход. Ну да, ферзь. Ну, он пока нормальный. Ну, ты все поля отдал. Так. Пока. Ну все, отличная позиция. Ладья крепко держит себя. Да, да, можно биться. Бейся. Да, конечно. Да, отлично, и как до луны. Ферзь g4, да? Даемся, походу. Вряд ли ферзь g4. Может быть, какая-нибудь жертва? Конь g4, конь f3. Ой, конь d5, конь f3. У меня есть довольно бредовая идея, тебе понравится. Ну давай. Тебе понравится? Ну ты озвучь или покажи. Лучше, конечно, озвучь. То есть конь d5, к сожалению, сыграть нельзя, потому что он берет здесь с шахом, а потом ну, да. Коня, поэтому так. Да, идея крайне понятна. Напали на коня. Давай, объясни, в чем она. Напали на коня и на пешку. Ну, типа, две... и конь не может вернуться. Да, вот в этом да. Да, еще он не забывает, что у нас отличная ладья по дебюту. Да, ладья тут сказочная. У нее целое одно поле. Как тебе? Ну, в этой тоже. Так, ну взяли еще одно. Итого у нас 8. Две пешки за коня. У нас 8 пешек. Это... Нам надо дают третью, но она такая противная. Надо брать. Понять, в чем тут наша идея. Вся наша идея была в том, что мы пешки забираем. У нас 8 пешек. Да. К 20-му ходу. Понимаешь, это чуть-чуть странно. Ну, такое бывает нормальный дебил. В том же Брэйри, например. Это хорошо. Не, ну а чё? Не, стоп, F4. Без ферзей мы мат не получаем, не надо спешить. Сейчас вот ладья выйдет в центр, наконец-то. Ну, он правильно делает, что пытается расковырять, но не выглядит очень опасно. Да, потому что мы же H4 в левый мат пойдем. Короля на G2. Короче, вы сейчас будете лицезреть позиционный перекат. Ну, не знаю, будет ли тут перекат, но, по крайней мере, мы не проигрываем. Сразу. То есть ты доволен? Да. Ну, по чуть-чуть накатываем. Может, не стоило меняться, да? Как думаешь? Ну, как-то на G3 зависло. У него есть ресурс, там, C6, он C7. Так ты линию отдал. Кому? Дяш один плохой ход. Меня не наказали. Ну, не то, что очень плохой, но он не очень удачный, по крайней мере. Нам будет еще одну пешечку выиграть. Ну, это желательно. Слегка, слегка накатит. Так, Е6 рано. Знаешь, это как в Орду играть, ты понял? Да, 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 да. Тут... Ладно, не расцеплять их раньше времени. А, так, ну король d5 дали. Ну, хорошо, наверное, хорошо. Можешь добавить ему минутку, если ты так уверен в себе? Нет, я не уверен в себе. Я хочу выиграть партию, наконец-то. На самом деле у нас... Не, такие нельзя отдавать. Но надо значит c4. Да сначала b3 я забыл.
c4. Не получается. Не клеится? Да. Слишком активен. Вот, наверное, ты зря пустил его на линию открытую. Давай вот так. В чем иди? Надо получить. Угу. Ну ты, он реально хочет мат поставить, но это он зря вообще-то. Может и не зря. Стоп, ну король d5. Ну он успевает f побить. Вот так, и так. Это уж странно. Да, концовка та еще. Не напрягать, что король все равно в мате стоит каком-то все время. Ну нужно b4 сыграть. Чтобы дать клеточку. Ну и все. Пока все спокойно. Ну да, флаг снесли, но позицию не выиграно. Что? Блин, проиграл абсолютно. Себешки забирай. Слушай, ну да как ты упустил? Ну, а потому что не вы. Ну, я играл неправильно. Я вот F5 плохой ход. Надо было просто. Надо было вот так вот играть. Потом уже 4. Как в Орду. Я правильные аналогии привел. Вот это он получил одно поле, здесь начинается уже блокада. Смотри. Особенно, ну, уже 4, ну все, лучше уже ничего не было. То есть вот он как-то поставил, и как тут пробивать? Ну вот линию ты зря отдал, нельзя было... Ну я мог линию не отдавать, но тогда просто равная позиция. Ну почему? b3, c4, по чуть-чуть. Дальше. Ну дальше стоит. Ну по чуть-чуть. Ну дальше, куда? Ну d5. d5 он сразу взял. Угу. Тогда e6. e6? Ну да, e6 можно. Как, не знаю, как он пошел там. По чуть-чуть. Дальше так. Да, ну как-то где в итоге, да, вот пойти там d4, король, ой, d4, c5. Король d4, c5. Уже пешка висит. Ну ладно, ладно, ладья h4. Напал обратно. Лучше бы, конечно, ну да, напал. Ладья h8, вот здесь уже заехать можно. Ну и все, ладья c7. Ну, взял. Ладья f3. Ладья. Ой, стоп, король g3. Взял шахом. Ну, что там получается? Может, получается. Взял? Взял шахом. Шел сюда, наверное. Сюда? Ну и d6. d6, слон f4, король g4, слон d6. Ладья c8, да. Это так. А, e7. e7? Так. e7 рано, да, значит? Да. Ну, ладно, я согласен, эта позиция перспективна. Ну, ладно. Так, надо шаг давай. Ну да, пешек много. Ну, дело не в этом, дело в том, что f5 плохой ход. Ну, ладно. f5 действительно плохой ход. Всем спасибо за внимание.